Теперь ты меня, да, любишь? Ой, тёсь, вот так мы по очереди друг друга любим. Это моя девочка, моя принцесса. Всем привет, мои хорошие. Сегодня воскресенье. Да, вроде воскресенье. У нас сегодня выборы. Вы знаете, что самое интересное? Кто не идет на выборы, с того штраф берут. Поэтому нужно ходить. В Турции и так ходят, в принципе, на выборы. Но если не пойдете, по-моему, 300 лир штраф. Вот так вот. А вот если бы пошли, вот голос отдавшим, наоборот, давали бы что-нибудь, наверное, больше было бы желающих голосовать. Вот, так что мы сейчас на выборы, мои там завтракают. Я сегодня не ем. Мы сейчас на выборы и потом куда-нибудь с детьми погулять. Вот так вот. Мы идем с детьми голосовать. Ждем тетю и Не дядю. хочу голосовать. Ты не будешь голосовать. Мама будет голосовать, а вы будете с мамой. Мама, тетя и дядя, мы будем голосовать. А вы еще маленькие, чтобы голосовать. А почему вы будете голосовать? Нам что, мы взрослые, мы должны принимать решения. Вы когда вырастете, вы тоже будете принимать решения. Я не хочу. Ты не хочешь принимать решения или не хочешь быть взрослой? Тебя полицейские заберут, потому что ты голосуешь? Нет, за это не забирают его. Вон тетя идет. Увидела тетю? Увидела? А? Вот, да. А что тут за меня прячешься? Прямо она тебя не увидит. Панганусь? Ну давай, пангани. Bunlar yok. Getirme, ben yalnız geldim. Yalnız geldim ben. Biri çıktı. Bir tane daha çıktı. Abi ses geldi ama Murat gelince. Görüntü yok. Zehra hataydı baba. Zehra maşina. Aslan gelmemiş mi? İyi yapmış. Aslan oy kullanmış. Canım oğlum benim. Kaç oldun? Bak sen öpeceksin. Güzel olmuş mu? Любовь, любовь. Любовь, любовь. Ot çıkarıyor sürekli. Evet. С папой играют. Им только дай побегать, попрыгать. Мы уже проголосовали все, просто сидим. Наш Мурал, залобочка, как на праздник. Байрам Бибимишсус. Вы как на праздник оделись. Иншаллах байрам узолуджи эпе казанлыка. Казанлыка. Шатекалликлар япиолар иши. Итак, я с детьми приехала в парк. Хочу их сегодня отвезти на аттракционы, на парк. Надеюсь, что будут работать. Мы приехали на метро, да, дети? Да. Потому что от места голосования метро было прям рядом. 2 минуты ходьбы даже не заняло. Погода сегодня такая же жаркая, как и вчера. Очень тепло. И все равно. Вспотел? Снять рубашку? Давай снимем. Вот, хоть погода и теплая, но я пока еще как-то побаиваюсь в футболке выходить. Потому что
Все-таки еще не лето, еще весна. Сегодня то ли последний день марта, то ли уже 1 апреля. По-моему, последний день марта. Да, там фонтан. Цирюня, где карусели? Карусель, карусель. Где аттракционы? Девушка, аттракционы где? Ты знаешь? Да, все я верно. Там да. У них это прям вот вечная борьба. Кто первый? Хочешь посмотреть? Аккуратно, Зверунь. Красиво. Красиво? Зимой не бывает, и весной сейчас они потихонечку начнут расти, эти листочки. Заметил, что здесь листочков нет. Там всегда же листочки бывают. Их обрезали тоже. Поэтому так. Вон там будет. Ага. Вот тут вот. Я так думал, что их обрезали. Зайруня? Иди сюда, там, видишь, спортом занимаются по той дорожке. Мы по этой пойдем, чтобы не мешать людям, да? Вон уже листочки начинают расти, видишь? Да, красиво. Я хочу вас спереди вот так снять. Когда вырастете, будете смотреть на свои видео. Какие вы были. Мама! Когда мы играем... Ага. Я уже не иду, а мы дома туда не будем. Я бумагу вот так делает и кладет вот. О, бумагу кушает мой сын, да? Нельзя, мамина. Животик все будет болеть. Какая тишина сегодня. Нашли, дурашка. К сожалению, аттракционы закрыты. Сегодня день выборов, может, поэтому. Мы сели здесь на травке, среди цветочков. Отдыхаем. Ромашки собираем для нашей толстожопки. А вон там что-то Эри делает. Иди посмотри. Вчера с кем подружились они у моря? Эти же дети здесь сегодня тоже. Вот случайность, да? Такой огромный Измир. И... А они далеко. Я не знаю, где они живут. А вот на стойке там живут. Вот на стойке... Это выплачет до нас масечки. Нет, еще наберем. Мою туфельку собираем. Мою надо уже. Да, они прятки играют. Иди ты тоже поиграй. Да блин. Все, я всегда... Иди поиграй.
Всегда благодарю Всевышнего за то, что у меня есть. Носочки хочешь надеть? Надевай. Босоножки тоже надень. Теловой. Где спряталась моя красавица? Вот она. Наконец-то мы дошли до пончиков. Синий пончик остался один единственный. Аслан успел его урвать. У Зейрашки розовый. Он необычный. Прочитал? Сама прочитала. Ну ты прочитай маме. Мам, мне попался вот этот. Угу. Первое. Вот так делаем. Как? Вот такая, вот конфета. Угу. Нажимаем на голову и выходит конфета. И все? Да. Здесь три. А мама подвинула. Приехали опять на детскую площадку. Это мы домой ехали, по дороге увидели детскую площадку, они захотели сюда. Все дети как дети, мой вон там. Он вечно покоряет все высоты. Зайра пытается за ним повторить, но, конечно, ей сложновато немножко бывает. Вот так проходит наш сегодняшний день. Бегают, прыгают, приходят, что-то съедают. Потом дальше бегают, прыгают. Даже мамина? Сюда хочешь положить их? А как я одной рукой буду держать? Деловые, занятые. Погода просто супер. Моим детям вчера здесь в парке так понравилось, что они захотели сегодня тоже сюда. Сегодня мы с папой приехали. То же самое место, но сегодня аттракционы уже работают. Ляпота. Кучу всего с собой притащили. Мы с мужем чаевничаем. Положи, баба. Сюда можешь вовнутрь положить. Где моя футболистка? Ne dedim biz yedim. Var dedim orada masa sandalye. Мама, моя коровка не хочет уезжать. Не хочет собирать свои вещи и улетать. Мама, а я хочу попить чем-то. Что дать тебе попить? Шоколадное молоко? Нет, вишневое. Вишневый сок? Мое. Я оттуда. Подожди, я не поняла. Ты хотел родиться один? Громче говори. Не играйся. Капнет на тебя сейчас. Вон капает. На штаны уже капнуло. Не считай, чипазон написано. А почему ты хотел, чтобы ты один родился? Не, я сам. А?
Почему я? Что Зараска все хочет, то что я носок. Ну а что делать? Она же сестренка твоя. Ей тоже нравится то, что нравится тебе. А девочкам, мальчики должны уступать, ухаживать за ними. Да, Зеря? Мама, я могу засунуть. Давай я засуну. Али. Мам, я хочу печенье. Сейчас дам. Пошли с папой в лунопарк на аттракционы. Покатаются, вернутся, а я здесь в тенечке посижу, подожду. Еще Зуля должна подойти с Аделюшей. Ла-ла-ла-ла-ла. Ко мне идет кошка. Какая красивая! Писи-писи? 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 К сожалению, у нас нет корма, ни колбаски, ничего такого нет с собой. Только фрукты. Очень красивая. Стерилизованная. У стерилизованных кошек и котов, вот видите, кусочек ушка у него, у нее оторванный. Отрезанный. Отрезают вот так кусочек ушка, чтобы знали, что стерилизовано. Мячик пошел папа. Зайра, оператор, тапочки снимаешь, что ли? Оператор, тапочки снимаешь. Иди, ты тоже поиграй, я вас сниму. Иди, Бабин. Операторша моя. Ох, сегодня у нас активные игры. Наша банда. Тройка борзая наша. На траве играйте, куда вы идете? На траве играйте, куда идет? Ой, обиженная девочка. Наши скачут. К концу дня разогрелись.
Что они там делают? Птичка там гнезда, наверное. Постоянно то что-то летают, улетают. Убегают, едят и дальше убегают. Да почему мне? Наши скачут и скачут с палками. Зайруня, ты где была? А что там? Что ты там делала? Землю копала. Землю копала? Ты что, у меня агроном? Я пещеру хочу найти. Пещеру? Там сзади у нас идут съемки. Видимо, я не знаю, клип какой-то снимают. Две девочки пришли, русскоговорящие, снимаются. Танцуют уже часа полтора. Никого не стесняются абсолютно. Нашла пещеру? Это яма мамина. Яму ты делаешь. Ай! Этих дурачков. Долго надо копать? Ну, а так как пещера, только надо долго копать. Олд Софей Брэк. Зуля тут лежит, семечки грызет. До ночи? Ой, не надо, солнышко, до ночи копать. Мои хорошие, приехали домой с пикника. И вот такое дело. Утром я покупала зелень в нашем магазине, где я обычно беру. И там иногда бывает вот такая вот зелень. Смотрите, тут налет. Она целый день у меня простояла в содовом растворе. Вот я пришла, ее помыла, думала, вот это все уйдет. Нет, нифига это не ушло. Что это такое, я не могу понять. Естественно, я не могу эту зелень дать кролику. Это для кролика, она любит ее. Я не представляю, чем нужно было ее обработать, что она вот такая. Если кто знает, поделитесь, пожалуйста, что это такое. Аж страшно жить, слушай. Не вся она такая, в том-то и дело. Какие-то вот веточки такие, какие-то нормальные. Господи, видите, вот здесь нормальная. Как будто ее чем-то обработали. Но ни запаха, ничего нет лишнего. Пахнет укропом. Так, на ужин у нас сегодня было пиде. Две мы съели с детьми, одну мы уже оставили. После ужина я им разрешила поесть мороженое. Вон ест. Сланчик уже съел. И сейчас спать. Окей. Моя девочка, она любит укроп. Нет? Не укроп, а что? На чей запах ты прибежала? У меня только укроп на кухне, больше ничего нету. Нет? Не хочешь? Почему? Пиде ты хочешь? Пиде я тебе дать не могу, тебе нельзя пиде. Только вот это, я положу туда. Аслан занят, рисует. Пикачушку нарисовал. Да. Красиво. Ай. Клубничку не съела, да? Ну, окей. Все ясно. Я ей нарвала ромашку, клевер. Пи, носом повела. Поставлю сюда и зелень. И ты чей мальчик здесь лежит? Чей это мальчик лежит? Чей мальчик тут? Чей?
это мой красавчик. А это моя девочка. Все погрызла здесь, все погрызла. И клубничку тоже туда закинем. Клевер ей и ромашки, видите ли, не нравятся. Я ей вчера тоже принесла ромашки. Она сперва так понюхала и не стала есть. А потом утром, смотрю, ни одной ромашки не осталось. Все-таки она съела. Сейчас, видимо, сытая. Вот так вот она все рвет, залезает вовнутрь, переворачивает все. Господи, что только она не делает, эта коза. Это у меня коза. Это у меня козя. Злюка. Помните, я говорила, она такая добрая, такая ласковая. Вот вчера опять началось злиться. Делает на меня. Ой, мой мальчик. Всегда добрый и ласковый мальчик. А, спряталась. Ай. Зучка. Маленькая есть зучка. Зучка маленькая. Сено пришло для нее. Уже сколько дней лежит в коридоре, никак руки не дойдут его на балкон отнести, расфасовать. Вот она лежит, целый тюк. Съела мамина? Веруня? Съела? Да, мам. Холодильник положу. Ты будешь это кушать? Ням. А, возьми тогда, покушай. Тарелку в комнату забери тогда. Я сняла уже, можешь забирать. Актриса. Ага, не тряси, не тряси. Актриса, я же говорю, актриса. Я знаю, что она хочет. Она хочет вот эту штуку. Миндаль она хочет. Да. Зеленый миндаль. Её кто это сделал? Это я тебе помог. Вкусно, да? Вкусно, мамина? Дондозичка, бомбозичка, вкусно. Все запахи чувствует. Ты кто здесь лежит? Лежи бока. Лежи бока, Лео лежит. Ой, а мама ждет детей со школы, и заодно у меня там готовится ужин. Сегодня у меня курочка с картошкой в духовке. О, надо перевернуть, там, видите, верхние кусочки как-то уже начинают подгорать. Так-с. Курочка у меня была заранее прожарена, чтобы было вкуснее. Здесь сливки, сыр, приправы. Все вместе. Должно быть вкусно. Картошку мелко-мелко нарезала, но все равно она быстро не готовится. У меня духовка очень капризная. Переверну и на место допекаться. Доброе-доброе утро. У нас утро, поэтому утро. Так. Сегодня у нас 3 апреля. 65,7. Так, похудение потихонечку идет. Я начала худеть с 71 килограмма. 71 килограмм у меня был 23 февраля, я начала. Иди, кто здесь лизает? Иди, кто здесь лизает? Такой красивый! Кто это такой красивый лизает? Кто это такой красивый? Красавчик такой. Это кто такой красавчик? Потягушки делаешь, да? Там Тося.
Антоша! Так, я иду готовить завтрак. Доброе утро, Стара. Так. Так, это со вчерашнего дня осталось. Что у нас здесь? Булочки, хлеб. Это со вчерашнего ужина, то, что осталось. Так, я сейчас пожарю гёзлимы, сварю сосиски и яйца сварю. Всем привет, мои хорошие. Сегодня на ужин у нас хинкал. Тесто нарезается на вот такие кусочки, а потом каждый вот такой кусочек вот так вот делается. Когда все вот так мы истончим, тоненькими сделаем, закидываем их в кипящую воду и варим. Эти уже вареные, вот они сварились. Вареный хинкал мы выкладываем на тарелку. Заливаем бульоном, в котором варилась домашняя колбаса или сушеное домашнее мясо. У меня колбаса сегодня. Заливаем этим бульоном. И сверху жареный томат с чесночком. Получается вот такое вот. Вот. Это очень вкусно, поверьте. Аслан, сердечко делаешь, да, мамина?